Здравствуйте, друзья! У нас вопрос, я зачитываю. Здравствуйте, еще раз Михаил. Вот и я наконец догадался, куда надо отправлять сообщение. Как я уже писал про себя под тем видео, в дополнение добавлю, мне 28 лет, жене 25. Нам не привыкать жить в сложных условиях. Я не страдаю иллюзиями, что приехав в США, мы будем в шоколаде. А как раз наоборот. В условиях, когда we will should be working hard and again working hardly. Это попытка сказать что-то по-английски. Что, в общем, пахать придется, я так понимаю. Если неправильно, поправьте меня. Сам я из Северной Осетии. Как и ваш тезка, про которого вы снимали видео. Был у нас Миша. Да, да, Миша, замечательный совершенно парень из Северной Осетии. Меня интересует для старта. Больше подойдет большой город, но вместе с тем дорогой. Или все-таки тихая провинция, где зарплаты не такие высокие, но, соответственно, низкие налоги и цены на недвижимость. Я не знаю, с чего бы в провинции налоги ниже были. Так, ну хорошо. И вообще, стоит ли надеяться, что от государства мы получим какие-то субсидии на ребенка? Угу. Для старта большой город. Хорошо, ладно, вопрос понят. Обсудим. Ну, давайте попробуем, что у нас получится. Фактически вопросов-то два. Значит, один вопрос – это где начинать, а второй вопрос – это про субсидии на ребенка. Значит, ну, давайте с субсидией, может быть. Я не понял, есть ли там ребенок у ребят, потому что не было сказано. Сказано, что есть муж и жена. Таких вот именно пособий на рождение ребенка я не слыхал, чтобы здесь были где-то. Давайте мы окошечко протрем. Я такого не слыхал. А что касается пособий, ну, в смысле, по бедности, да, получается так. Вот есть ребенок, а родители не зарабатывают достаточно, чтобы этого ребенка содержать. Есть такое понятие детский велфер. Есть велфер для взрослых, а есть детский велфер. Там другие условия. То есть у взрослых... Ну, им на какое-то время там дают помощь, но не пожизненно. А когда ребенок есть, то дают, пока ребенок, значит, не вырастет. То есть там более льготные такие условия. Но смысл в том, что для того, чтобы получать пособие, нужно быть бедным. Понимаете, нельзя быть среднего достатка или богатым и одновременно получать пособие по бедности. Вот так не бывает. Если ты богатый или среднего достатка, тебе дают льготы. Вот не пособия, а льготы, там всевозможные, ну, скажем, налоговые, например. В частности, если у тебя в семье больше членов семьи становится, то на каждого члена семьи есть какие-то списания, там, ежегодные и так далее. Но это не чудовищные суммы, ну, что-то. Вот. Поэтому, если человека интересует пособие на ребенка, это значит, что он говорит, вот если я бедный... Ну, будешь, как все остальные, бедные. То есть не то, что тебя как-то дискриминируют или всем дадут пособие, а тебе не дадут. Страна в целом зажиточная, в общем-то. И тут не то, что вот граждане или там по грин-карте, которые, то есть совершенно легальные люди, а даже и нелегалы, понимаете, если там у них, вот они там нелегально в стране, но у них дети ходят в школу, они могут пойти в госпиталь, их обслужат бесплатно, еще лекарства с собой дадут. Там и так далее. То есть, ну, может быть, они в очереди больше постоят, это правда. Там, если госпиталь такой, где принимают без страховки. И в Мексике, там вот правительство мексиканское издает прям такую брошюру специальную со всеми льготами, кому чего положено. Вот нелегалам, кто нелегально в Америку уйдет, вот вам положено вот столько. И вот прям такая книжечка, чтобы люди знали свои права. Так что, значит, я из этого письма, которое, значит, зачитал, не увидел, каким образом они планируют оказаться в Америке. Собственно, чего вдруг-то? Ну, может, они в лотерею играют и уже прикидывают, как там дальше будет. Потому что если человек нелегальный, это одна история. Если легальный, то другая. Но, в общем-то... Он представляет, что надо работать. Это неплохо. Конечно, работать надо. Почему нет? Работать неплохо. Хорошо, когда есть работа. Вот бывает, что нет работы, это совсем уж никуда. Большой город, где больше платят, или какой-то захолустье, где меньше платят.
Ну, как палка-то о двух концах, понимаете? Это хорошо, вот, когда сказать, что лучше быть богатым и здоровым, чем даже бедным и больным. Понимаете, тут просто. А вот когда начинается вот богатым, но больным, или бедным и здоровым, вот тогда начинаешь думать, понимаете, кому чего важнее. Вот, так что, значит, что лучше, получать больше и платить за все больше, или там получать меньше и платить за все меньше? Я бы так сказал. Мы можем разбить это на две стадии адаптации иммигранта на новом месте. Первая стадия, мы можем сказать так, вот он приезжает, по-английски не говорит, это хорошо видно из той фразы, которая была написана. То, что он только сейчас разобрался с тем, как послать сообщение в личку, тоже о многом говорит, в смысле там компьютерных навыков там, и так далее. То есть, видимо, вот это многое там работать, это относится к чему-то более такому физическому, нежели, например, там компьютерно относящемуся и так далее. Поэтому вот я бы разбил на две части. Значит, первичная адаптация. Приезжают люди, по-английски не говорят. В значительной степени они проживают свои сбережения. То есть у них есть там какие-то сбережения, но по первости им трудно там найти работу какую-то или еще что-то. И они говорят, ну, вот у нас есть сбережения вот столько-то, и поскольку мы не рассчитываем, что мы сможем там как-то эффективно работать и зарабатывать, то давайте поедем в такое место, где этих сбережений хватит на более продолжительное время. Вот, допустим, если у нас есть вот Кремниевая долина, где мы сейчас съемку ведем, и, допустим, 2 часа отсюда город Сакраменто. Значит, вы в городе Сакраменто на одну и ту же сумму можете прожить там, допустим, может быть, в 3, а то и в 4 раза более продолжительное время, чем, например, здесь, где у вас денежки гораздо быстрее будут утекать. Поэтому, значит, можно так смотреть. А потом вы говорите себе, ну вот когда язык там подойдет, как-то более-менее мы освоимся и так далее, мы тогда будем смотреть в сторону, может быть, чего-то более крупного, вот какого-то большого, большего мегаполиса и так далее. Почему? Потому что если на первой стадии, может быть, у вас задача сводится к тому, чтобы, ну, такое выживание, язык, там, первичная адаптация, то на второй стадии, если для вас вообще это актуально, у вас возникает вопрос, как заработать много. Вам хочется вот этих opportunities, понимаете, вы же приехали в страну, в land of opportunities. Хочется в стране возможностей, хочется иметь какие-то возможности, где там на селе это возможности. Поэтому вы можете сказать, хорошо, я теперь уже поеду туда, где много возможностей, и буду заниматься возможностями. Есть люди, которым не нужны особо никакие такие возможности. То есть они вот жили в каком-то месте, где не было особых возможностей. Им, собственно, и не надо каких-то особых возможностей. Ну, просто работать, зарабатывать, там как-то жить, какие-то возможности. Ну, не всем же там в программистов переучиваться там и так далее. Зачем? Вот полно народу на стройке работают. Они дома на стройке работали, здесь на стройке работают. Что они должны? Какие им такие надо opportunities, я не знаю. Вот, поэтому надо для себя определиться. Если у человека, например, потенциал уже на месте, да, хороший, то есть уже язык, там и профессия ходовая, так, что же он тогда в глубинку-то пойдет? Да в глубинке у него и спроса меньше. На него же, да? Вот. И ему не нужно проходить вот эту первичную адаптацию, он сразу куда-то рвется, там несется и так далее. А если он по-английски не говорит, например, вот у нас бывает такое, приходит человек, по-английски не говорит, компьютерный тест сдает там по нулям, причем он примитивный, как я не знаю что. Гораздо проще, чем найти возможность послать там личное сообщение в YouTube, понимаете? И не сдает, ну то есть совсем не сдает, так очень плохо не сдает. И говорит, а я хочу, а я все сделаю, а я прорвусь, а я там чего-то. Ну, что за разговор такой детский, понимаете? И вот он, допустим, приедет сюда, пройдет там 3-4 месяца, у него и денежки не останется никакой. Вот и все. А у него непонятно, вот он даже если его возьмут там на этот курс, бессмыслица, что он деньги потратил, время ушло, работы нет. И значительное время еще не будет, потому что он и технически безграмотный, и он по-английски интервью нормально пройти не может. Поэтому, что это детский сад какой-то? Надо смотреть на ситуацию. Но я думаю, что вот разбить надо на две части, да? Каждый
каждую сторону вот этого рассмотрения. То есть вот что за человек, да, он либо он готов прямо сейчас начать работать, либо ему нужно где какой-то такой вот отстойничек вот туда. И на место ты смотришь, куда ты приезжаешь. Ты смотришь, или там можно зарабатывать, или там наоборот тихо. Там есть соотечественники, там нет соотечественников. Они тебе нужны или не нужны? Может быть, они тебе нужны, потому что ты как бы не можешь пойти сам к доктору, к страховому агенту, там еще что-то. Пожалуйста, вот есть полно таких мест, вот как, например, тот же Сакраменто, где дешево, где много соотечественников. Какая-то работа там есть. Ну, пожалуйста. Че же? Значит, и жилье дешевое, все дешевое. Ну, может, там миллионов не заработаешь, но если ты не айтишник там или не кто-то такой, кто, не знаю, инженер какой-то хороший там в какой-то другой области. Ну, люди вон траки водят, тоже нормально зарабатывают, только их дома нет. Надо прикинуть, понимаете, на себя посмотреть в первую очередь. Мне не нравится в этом вопросе во всем, мне не нравится про пособие на ребенка. То есть человек как бы заранее себя позиционирует вот в эту дырочку, где он сам не справится, он не заработает на жизнь, на себя, на свою семью, на своего ребенка. Вот эта часть меня пугает. Я понимаю, что когда ты едешь, и ты думаешь, может быть, а вдруг чего? Понимаете, а вдруг чего? Вдруг чего не пропадете? Вдруг чего там есть и пособие, и все что угодно есть, никто не умирает, не голодает и на улице не живет. Но если уже ты едешь, и ты говоришь, что ты хочешь там пахать, и ты настроен на то, чтобы пахать, ты уже не спрашивай про пособие. Как-то это... Вот то, что мы говорили пару дней назад про 100% коммитмент, да? Коммитмент. А тут у нас не 100%, а такой, может быть, вот 98%, да, 99%. А вдруг чего? Бах! Вот, так что... То есть я понимаю как бы человеческую составляющую этого вопроса, ничего страшного, то есть надо знать. Особенно если у тебя дети есть, и ты ответственный человек, ты должен понимать, что если что-то случилось, то есть подстраховка снизу, как бы общество тебя поддерживает, конечно, конечно. В этом смысле тоже разные штаты по-разному поддерживают, то есть сумма разная в разных штатах, условия могут отличаться, критерии, так сказать, вот квалификации на эти пособия и... Сумма, которую тебе там дают в отношении к стоимости жизни в этом месте, тоже может быть разная. То есть, может быть, даже там в одном месте и в другом сумма одинаковая, но в первом месте дешевле все, а в другом дороже. А сумма вроде одинаковая. И они вообще в одном штате. Даже. А штат такой вот, что тут подешевле сильно, а там подороже сильно. Так бывает. Я помню, что в Калифорнии одно время... Пособия были одинаковые по всему штату, и получалось, что если в таком в дешевом месте люди нормально жили на эти деньги, то в дорогом, вот как у нас тут, они явно, так сказать, испытывали трудности. Потом там ввели такую диверсификацию, то есть в зависимости от стоимости жизни в том или ином месте, они стали менять сумму этих пособий, какой-то коэффициент там ввели. А было время без всякого коэффициента. Поэтому кто-то комфортнее жил, кто-то менее комфортно на это жил. Ну, в общем, разбирайтесь, что же. Столько написано всего, столько разных мнений, столько историй всевозможных, что я даже не думаю, что как-то я могу привнести что-то принципиально новое в эту дискуссию. Ну, может быть, конечно, сложно читать все, хочется в одном месте услышать, но вот. Если это тот самый случай, то такой вот мой ответ. Счастливо!